Мальчики должны осматриваться сразу. Конечно, во время периода новорожденности важно, чтобы мать правильно оценивала беспокойство малыша, потому что он адаптируется к жизни, только начал это делать, и различные беспокойства, его примочи, спускания, они тревожат мам, но в принципе это все объяснимо тем, что ребенок не понимает свои ощущения, и любые ощущения малыша проявляются обязательным плачем. 80% мальчиков беспокоены, особенно при мочеиспускании, первый один год, наверное, может быть, до 6 месяцев. Это объясняется тем, что в этот период времени перед мочеиспусканием происходит напряжение кончика полового члена, и так как крайняя плоть узкая, то головка не выводится, и происходит болезненное ощущение. Потом эти все беспокойства прекращаются, и, в принципе, мочеиспускание нормализуется, свободное и без беспокойства. К сожалению, стремление ускорить процесс обнажения головки – это процесс противоестественный, если пытаться это сделать преждевременно. Почему? Потому что где-то с года до 12 лет это место мальчика молчит, спит. Яички одинаковые, что в год и что в 12 лет. И длина полового члена одинаковая, что в год и в 12 лет. Поэтому тревожиться не надо. После 12 лет происходит гормональная перестройка, и все само исчезает. То, что полагается мамам делать, это слегка увлажнять это место защищающим, увлажняющим кремом, чтобы сохранить эластичность кожи. Она пригодится в будущем младенцу, уже в будущем, когда он станет юношей, когда уже все будет хорошо и когда он будет готов к взрослой жизни.